моторостроение. За счет того, что мы производим сами каналообразующую аппаратуру. Видеокамеры, которые здесь встроены, они позволяют получать самую лучшую картинку. Так что вашему вниманию представляется мобильные роботехнические комплексы «Варяг», «Вепер», «Верколаз» и «Торнадо». За это время были спроектированы и изготовлены более 20 типов мобильных роботехнических комплексов легкой и средней серии различного назначения. Причем на 8 изделий получено литер О1, и они доведены до серийного производства. В настоящее время выпущено более 200 комплектов.